нас сегодня дождь, это не вторник, у нас 9 марта, вторник, погода испортилась, вон. Дождь какой идет. Сейчас еду с работы домой. Приехала я на наш вокзал, стою автобус, жду, дорога туда, вон, оттуда автобус придет. Все поисписано, все тоже, вся остановка, все лавочки, вон мой автобус идет, ладно. Сандер. Филе, даже не знаю, что такое сандер. Что за рыба? Вот такая вот она мороженая выглядит. Хочу ее пожарить. В духовке запечь, не знаю. Вот. И купила мандаринки такие вот. И вот капусту буду выпекать уже в духовке. И она уже начинает с этими. Это с сыром. А это с каким-то, не знаю, зеленью. В духовке положу. И такую вот рыбку хотела суп с нее сварить. А муж говорит, лучше засоли. Она уже порезанная на кусочки. Засолить ее, да и все, она солененькая, потом поесть можно. Ну, в общем, вот такие. Там еще кое-что, там, не знаю, что. А, булочки еще купила мальчишка. Вот такие вот они. И по 8 штук упаковки. У нас они хорошо идут. Так, все, больше пока ничего не купила. Сегодня хочу засолить рыбку. Я купила вот такую, она уже порезана на кусочки. Здесь ее 8 штучек всего. Нам хватит. Ну, вот такая вот со шкуркой. Сейчас эту шкурку почищу. Или сниму ее совсем, эту шкурку. И кладу вот сюда вот. И здесь засолю. Вот такая вот она из двух. Килограмм здесь в общей сложности. Килограмм у нас будет рыбки. Шкурка с рыбки снимается довольно легко. Я вот одну уже сняла. Теперь ее на салфеточке обсушу. Ее беру прямо вот так ее ножом подцепляю. И вот она сама сходит. Вся шкурка раз и все. Шкурку выкидываем, она нам не нужна. Рыбку я обсушу сейчас хорошенечко и складу ее вот в такую чашечку. И еще одну снимаем шкурку. Вот так, раз. Подцепляем. Видите, как она легко снимается, шкурка, раз. Чуть не уронила на пол. Так. Ну, сейчас я сниму все шкурки, потом покажу вам дальше. Так, я уже сюда 4 столовых ложки крупной соли. Видите, вот какая-то она крупная должна быть. У меня вот такая только крупная соль. И сюда на 500 килограмм, на 500 грамм идет 2 столовых ложки соли. У меня килограмм здесь. Поэтому я насыпала 4 столовых ложки соли. Может быть, маловато немножко добавила. Теперь буду каждый кусочек обмакивать со всех сторон. Солью вот так. В смеси. Вот так обваляла. И теперь буду складывать вот так. И второй кусочек также. Ну, сейчас я все сделаю, потом покажу. Вот так я у меня получилось. Я посолила. Теперь закрою ее крышечкой. И поставлю ее в этот. Можно еще, в принципе, посыпать немножко приправой для рыбки. Я, наверное, так и сделаю. Пусть у нас приправка, наверное, посолится. Чуть-чуть прямо. Немножко так. Чуть-чуть вот так. Посмотрим, как она будет. Добавлю чуть-чуть. Вот. И пусть она так солится. Закрою крышку, буду периодически водичку сливать, чтобы она не соленая была. Я вообще-то рыбку солю, если хотите знать. Второй раз. Один раз солила в России. А потом как-то все соленое покупали. А тут я взяла ее, я уже рассказывала, хотела суп сварить. А муж говорит, нет, давай подсолю лучше. И точно, я думаю, такой смачный
на суп переводить, лучше посолить. Ну вот, теперь будем, завтра будем пробовать, что получится. Так, и сейчас я хочу приготовить вот гейбратенный нудль называется. Это жареная вермишель, если кто не знает. Сюда нам нужно мясо, эти спагетти, вот, и морковку. Я сейчас обжарю мясо, я его приготовила, разморозила вот мясо. Я его порежу мелко, обжарю на сковороде. Вот. Потом добавлю зеленый, еще зеленый лук. Зеленый лук сюда, морковку. И потом буду дальше показывать, что делать. Я так рассказывать я не могу, я лучше буду по порядку показывать и рассказывать. Сейчас на первом этапе мы жарим мясо и ставим кастрюлю отваривать спагетти. Мясо мы нарезаем вот на такие кусочки. Вот. Ну, чем тоньше, тем лучше, конечно. Вот они. Вот такие у меня получились. Можно еще его пополам перерезать, если кто-то... Этот кусочек надо еще пополам. Вот на такие вот кусочки. И будем обжаривать его в масле. Масло я уже налила, греется. Кастрюлька стоит для спагетти. Уже поставила водичку. Так, буду дальше. Будем делать. Буду дальше мясо резать. Потом, когда все... Дальше покажу потом. Так, я обжарила мясо. И теперь сюда добавила морковку и зеленый лук порезала. По рецепту так. По рецепту морковку нужно нарезать кругляшками, но мои так есть не будут. И я и сама не люблю морковку, когда она с кругляшками. Я всегда ее тру, даже в пол. Вот. И вот сейчас вот все обжарила, посолила, поперчила. Теперь ждем, пока у нас сварится. Вода уже закипает, сейчас буду спагетти туда закладывать. Так, отварились наши спагетти, теперь я добавляю сюда вот этот вот пакетик. Ой, я его не разрезала, сейчас мы его разорвем. Сейчас я его разорву. Так, добавляем вот этот пакетик сюда, полностью весь. Немножко перемешаем чуть-чуть. И сюда же добавляем отваренные спагетти. Теперь все очень тщательно перемешиваем. Так, сейчас я покладу, перемешаю. Я перемешала, теперь пусть настаивается, блюдо у нас готовое. Отставляю его на холодную конфорку или на подставку куда-нибудь. И пускай оно настаивается. Все, ужин я сделала. Пришла к физиотерапевту. Сижу, жду. Вот в эту дверь заходите. Поехала же сегодня на лечебную гимнастику. Что вы думаете? Я адрес перепутала. Почему-то я решила в другом месте, где я вам там показывала, что я сижу, жду. Ага. Оказалось, они там. Рядом с домом. Как я так улицу перепутала? Вообще не знаю. И так и не попала сегодня. Но я позвонила, сказала, что я приду на следующей неделе. Теперь она мне дает на следующую неделю время. Вы понимаете, я забыла время. Я теперь время не помню. Что за мной сегодня такое, непонятно. Ужас. Ужас, что творится. Это кошмар. Ну ничего, завтра позвоню, время уточню. Ой. И спрошу, надо полотенчик с собой или нет. Вообще, ума, как говорится, три пима. И в одном месте горсточка. Ой, дурдом. Вот такие вот у меня сегодня дела. Сегодня так ничего практически не готовила. Суп только сварила. Ну, что-то вчерашнего есть. Сейчас, наверное, картошку на вечер пожарю. Не знаю. Варить что вообще? Не знаю, что вообще варить. Наверное, картошку пожарю, да салат сделаю, да и все. Вот такие вот у нас дела. Теперь в пятницу причесочку себе сделаю, покрашусь, потом покажу вам, такая, какая я красавица, обновленная буду.
Вот так. Оказывала, что я солила рыбку. Вот она уже усолела. Сейчас будем ее пробовать. Не знаю, сейчас как я одной рукой разрежу. Без вилочки. О, ломила кусочек. Сейчас мы ее. Вкусненько. Солененькая. Красота получилась. Вкусняшка.